Школа – это храм. Туда надо приходить с чистыми помыслами, учиться, а не покуривать в туалете и заниматься непонятно чем. Вот поймите меня как хотите. Дисциплина в школе, порядок в школе зависит от учителей и руководства школы. Прежде всего. Организуйте таким образом ребят, чтобы ваша школа была и впредь такой новой и красивой. Это касается всех.